усім досилаю зичені усього самого доброго і найздоровшого. Як фізичне, так і духовне здоров'я нації увогуле залежить від кожного з нас. І сьогодні ми збираємося наситити наш агульний сусвіт становчими емоціями, позитивними ураженнями і яскравими знайомствами. Час відправляти зиму, то бок темру у небуттє, і зустрікати світло, тепло і радість весну. З гэткими намерами і виправляємося у експедицію за номером 484. Рушим разом наперед у минулое цікавих місцев столиці. Казала, мы застались у межах города, докладней у Лошадским парку, проехали крыху больше за 12 километров, и тут разом с ансамблем Шодрица маем намер зладить масленку и параллельно знакомиться с легендами и фактами старожитной сядибы. А распочали мы адмыслово с песней, над якой уже иде работа у студии гуказапису. Там, готовые укласти душу и сердце у творчий процесс, композитор Сергей Сухомлин и спевачка из Могилева Алена Титова. Алена Сержук, витаю вас. Вітаю, Оксана, вітаю всіх, хто долучився до програми «Наперед у минуле». Коли у житті зустрікаєш молодого чоловіка, немагчимо предказати, ким він буде. Магчимо зоркою. Те ж саме і з артистами, з виконавцями. Покуль зимі не попрацюєш, немагчимо нічого предказати. А як це відбувається, зараз довідаємося разом з вами. Традиційно не тільки послухаємо, але й все-все побачимо на свої очі. Наперед, сябри! Альона! Рад тебя приветствовать в нашей студии. Мы с тобой работаем впервые, но всегда очень приятно открывать для себя новые звезды. Надеюсь, что ты таковой и являешься, судя по тому, что о тебе говорит интернет. Скажи, пожалуйста, та песня, которая досталась нам с тобой, отвечает ли тем требованиям, которые ты предъявляешь к исполняемым произведениям? Для меня есть песня, это все музыка. Я музыку безумно люблю, поэтому я пою все. И пытаюсь как-то просто это интерпретировать на свой лад. Алена Титова – солистка вокального трио «Дивойс» народного арт-гурта «Город М», удельница и лауреат национальных и международных конкурсов. Молодые таленты Беларуси, детячее Евробачение, славянский базар у Витебску и инших. Прилетела ластовица, села на колуц, кинула масло комец. Полетала, покружила, усім весну повестила. На святую масленицу да вылетала ластовица. Вылетала ластовица до Шорного моря на поле. Шорного моря. Да уловите ластовицу,
черговий раз припиняємося у столичному Лошицьким парку, кожен куток якого просякнути шмат вікової історії. Саме старий будинок сядіби – римсько-католіцька капліця, освячена у гонор Роства Святой Панни Марії. Яна була побудована наприкінці 18-го століття і служила так само поховальній уладальників сядіби. Спершу належала Прушинським, після Любанським і з'являлася центром духовного життя навоколля. На жаль, у 20-ті роки минулого століття капліцю розбурили, а у 1944-му німці під час відступлення узорвали рештки, що ще заставалися. Гэтая каплічка бачила множество вибітних особов. Дунін Марцінкевич, Манюшка, Купала і Колос калісті гостявали у Лошицькій сядібі. Дівчата, ну а зараз самий час чиставатися смачними блінцями. Гэта ж я сама готувала, три ноченьки не спала. Коровку по 5 раз на день доїла, масло біла, тісто м'ясіла. Кольки блінцов з'ясі у апошній тидень перед Великим постом, столько и дзён счастливых в гэтым годзе будзе. Таму частуйтеся, наедайтеся! Давай сюды, неси бюджет! Добрий блін, кладі на блюдо, будете тостами пригожими, як я. Ех, блін, блінок, масляний каток, сам катіся у роток. У масло, блін, макайте, маслінку сустракайте. По беларускай традыцыі на хлопцаў, якія маглі ажаніцца да маслінкі, але не зрабілі гэтага, вешалі калодкі. І яны павінны былі адкупіцца, даць ці грошы, ці бутэльку гарэлкі, ці каўбасіцу, ці палянгвіцу. Хлопцы, а вы чым адкупацца будзеце? А я дзяўчатам даю бутэлечку смачнай налівачкі. Добра! А я? Каўбасіцу. Господа! Дзяўчаты, трымайце салодзенькае, цукерачкі вам. Ой, дзякуй, дзякуй. Тож, самий час ненадовго припиніть гуляння у Лошиці, вернемося у столичну студію. До речі, такої свята, як Масленица, немає докладної дати. Яно починається за 8 тижнів до Великодня, дійсно у проміжку від 7 лютого до 14 соковіка, або, як ще визначають, за 7 днів до початку 7-тидньового Великодного посту. І довжиться святкування ровно тиждень, який так і називається – масленичний чи сирний. Протягнем ласуватися блін нами акурат пасля таго, як пацікавімся, наколькі ўзнёслы настрой паною ў студыі гуказапісу. Там, нагадаю, надаюць новае аблічча абрадавай песні кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Алена Цітова. На вуліцы дзенкі гулялі, гулялі. Ой, люлі-люлі-люлі, люлі-люлі, ой, люлі-люлі. Мяне молодую гукали. Алена, мы с тобой попробовали записать первый куплет. Есть ли у тебя какие-то дополнения, предложения? Может быть, можно было бы добавить пару современных сэмплов. И так как песня короткая, я бы хотела поимпровизировать. Хорошо, давай так будем и делать. Тогда пытайся как-то опевать ее. Будем пробовать второй куплет. И вот я хотел бы узнать у тебя. Ты хотела бы строить карьеру певицы, артистки сценической. А получаешь совершенно другую специальность. Можно пару слов, как это получилось? Ну, я считаю, что человек должен быть разносторонним. Вот, поэтому я получаю второе, как бы образование, вот, ну, вернее, высшее образование, вот, для того, чтобы иметь за спиной какую-то опору, поддержку. Хорошо, а какое образование ты получаешь?
Я получаю образование по специальности программист-маркетолог. Девчата, а чего это вы так сумно тут стоите? Лепи, веселую песню заводите! Ай, Лёна! Ой, зима, зима, ты морозная, на что ж ты гоня, эй, заморозила, на что ж ты гоня, эй, заморозила, гоня белого, сивокрывого, глупца малайца, эй, чернобрывого, глупца малайца, эй, чернобрывого, а у того глупца куча рвются, за его кудри, эй, девчаты бьются, за его кудри, эй, девчаты бьются. За мои кудри, эй, помиритесь, за мои кудри, эй, помиритесь. Вот я кудри вьются не для вас, есть девчиночка, эй, лепшая за вас, есть девчиночка, эй, лепшая за вас. По-ранейшему бавим час под старажытными дрэвамі лошыцкай сядзібы ў Мінску. За сядзібным домам маецца заручальны дуб, які ўжо некалькі стагоддзяў выконвае жаданні гасцей лошыцы. Варта толькі дакрануцца да магутнага волата, і ўсе вашыя мары абавязкова здзейсняцца. Маляўнічыя краявіды сталічнага парка не аднаго разу станавіліся здымачнай пляцоўкай. Улетку і ў восені 2016 года у сядзібным доме і перад ім праходзілі здымкі сцэн для фільма «Анёл-ахоўнік», а 40-годдзямі раней здымаўся фільм «Корцік». Девчаты, мне здаецца самый час танцы наладзіць. Прапаную лысага танчыць. А давай, давай танчым. А чаго ж ты лысы, без волос остался? Не было расчёски, граблями часался. А чому ж ти лисий, лисий головою? А того, що дівки облили водою.
зноўку вяртаемся з берага Свіслачы ў сталічным Лошыцкім парку. І яшчэ пра вясёлае паганскае свята Масленку. Яно спрадвеку сімвалізавала канец зімы і пачатак вясны, а значыцца старога і новага году. Гульні, пацехі, забавы ладзіліся на вуліцы, за вёскай, на горцы ці беразе рэчкі. У катаннях з пагоркаў ці на арэлях былі закладзеныя магічныя дзеянні. Чым вышэй гушкаешся, тым вышэйшым вырасце лён. А мы пакуль зазірнем у студыю гуказапісу, дзе чаруюць над стварэннем новага аздаблення народныя песні Сергей Сухамлін і Алена Титова. Скрипачкі думкі я найму, ой, люлі-люлі-люлі, люлі-люлі, ой, люлі-люлі. Сябровачак сабяру. Мы с тобой записали вот уже почти всю песню. Я не знаю просто, как ее еще удлинять. Поэтому, наверное, будем переходить к коде. Но прежде, вот насколько могут быть связаны эти две профессии? Прежде всего, хочется сказать, что как бы музыка это меня и вдохновляет. Поэтому, если я буду поющим маркетологом, это будет, наверное, интересно. Вот. Плюс ко всему, что мне мешает продвигать товары с помощью музыки? С помощью песен. Вот придет ко мне клиент, я ему спою, он сразу мне все купит. Я еще никогда не видел поющих маркетологов. Пусть все сложится так, как ты об этом мечтаешь. Ну и пусть в нашей песне сложится так, как это положено всем песням. Давай будем ее заканчивать. Ну а зараз мы поглядим, те соправные пары у нас отрымались. Выходите сюда, выходите. Гляди, гляди, ну-ка. Глядите-ка. Ну что, готовы? Ну. Раз, два, три, масленица! Ой, не отрывалась у вас. Ну-ка, кто вообще хочет попробовать? Я попробую. Ну-ка, готовы? Раз, два, три, масленица! Готовы? Раз, два, три, масленица! Але ж усё ж гэта, канешне, толькі гульня! Сёння прагульваемся па старажытнай Лошыцкай сядзібе. Першы пісьмовы ўспамін пра яе тычыцца 1557 года. Свайго росквіту сядзіба дасягнула пры Яўстафіі Любарскім, калі тут была створана адна з лепшых губернскіх гаспадарак. Ад былой раскошы, апроч адноўленага сядзібнага дома, тут захаваўся ўзведзены Яўстафіем Любарскім 12-коловы млын, а таксама вінакурня 1896 года. Што тычыцца больш сучаснай гісторыі, то ў 1925 у Лошыцы па ініцыятыве акадэміка Мікалая Вавілава быў створаны беларускі аддзел Усесаюзнага інстытута раслінагадоўлі, а пазней беларускі навукова-даследчы інстытут. Менавіта ў Лошыцы айчынная селекцыя зарадзілася як навука. Тут былі выведзены амаль усе гатункі пшаніцы, якія вырошчваюць у нашай краіне.
ж думали, той масленки 7 неделек, а ж той масленки 7 дзяньков. Масленица счастливая, присягнися до Великдня. Неси масло, неси сыра, ты не хутка. Масленица каўзуха, протягнися до духа. Гей, народ, збирайся у великий масленичный карагод, каб урадливым был весь год. Большое. Никогда еще не работал с поющими маркетологами, но скажу тебе по секрету, мне понравилось. Надеюсь, понравится и нашим слушателям, и нашим зрителям. Какие у тебя остались впечатления? Это очень интересно. Я бы 100% хотела попробовать еще что-то похожее. Спасибо большое коллективу за то, что он нам с тобой предоставил такую возможность. Спасибо большое ребятам за то, что они нашли такую песню для нас с тобой. Спасибо большое тебе, успехов тебе, и ждем еще раз в нашей программе. Ну что ж, завершился процесс одраджения народной песни. У минулым зима, напереди весна, якую мы наближали разом с ансамблем «Шодрыца» и представление одноленного твора. Слухаем карагодную «На улице девки гуляли» и сустракаемся простый день. Поедем у Жермуны Вороновского района на запусты. До того ж традиционно все понтаны могут потекавиться обрадами и песнями у нескороченном варианте на нашем YouTube-канале «Вось по гэтым адресе». Завитывайте, я починаю вас чакать.
другий раз. А у нас сегодня Масленка. Мы будем есть, а вы будете смотреть. Там просят на индийском языке что-нибудь сказать тебе кого-нибудь? Могу на польском. Добже разумеешь по-польскому? Так, трохи.